Сегодня я хочу поместить все-таки наш разговор во время движения на Пикс-Пик. Это, наверное, самая знаменитая вершина в Колорадо. И все, кто приезжает в этот штат, они непременно посещают. И я тоже была удостоена этой чести. Причем самый первый день я 6-го приехала, а 7-го мы поехали на этот пик. К сожалению, то, что мы записали на вершине, я многое буду размещать без звука совсем. Хотя очень хотелось, чтобы вы услышали то, как мы пыхтели и как взбирались. Но не могу это сделать, потому что ветер, и я не догадалась вставить наушник. У меня сейчас есть наушник с микрофончиком. Думаю, что было бы потише, если бы я не на телефон записывала, а на микрофон. Но я этого не сделала. Вот некоторые мои остались, некоторые... Лесечка записала меня, шагающую впереди. То есть кое-что я положу, но если концовка вас будет раздражать из-за этого ветра, вы ее просто не досматривайте. А наши разговоры по дороге я кое-какие сохранила, потому что там есть зернышки. То есть это будет не просто виды на фоне письма, а это будет наш разговор в машине. Я, конечно, пошлю его сначала Марку и Лесе на проверку. Если они разрешат, я думаю, что разрешат, то я с удовольствием этот ролик размещу на нашем канале. Живут вот здесь вот солдаты и офицеры. Со своими женами женщин мой жил на берегу в подобном. Господи, красота невероятная. Cheyenne Mountain. Да. Cheyenne Mountain с городом под ним, под этой горой. Божечки, какая красота. Это не передает вообще, конечно. Параллельные миры, двери. И там такая красотень. Все там, все движется. Там такая вот... Это в Санта-Фе? В Санта-Фе, да, это Нью-Мексико. И там самая старая церковь, она 1600 годом датируется в Америке, самая старая церковь. Нормально все. Я driving very good. Чего ты вещишь? Нет, а вот белая машина. Ну, они не грамотные, а мы грамотные. Женщина меня учил Галя, помни, что на дороге все дураки, одна ты умная. Всех пропускай. Всех пропускай. In the car, because I knew it is going to be a long time between all these mountains, and there is nobody around. Maybe they are, but I can't see any signs. Какая красота, божечки мои родные! Это мы куда же так попали? Да это мы где же в такой красоте? Вот это я понимаю. Мы едем. У вас совсем другие. Our mountains are different. They are all under the forest. And I just guess they are, so it is much more forested like on this one, much like here, all very thick, very, very thick, treesy, trees all over,
And here is like rocks. Real rocks. So we call them the Rockies. Rockies, yeah, beautiful. The geology, even in our town, some of the largest fossil dinosaur skeletons were found in our town. Well, we gotta take her up Skyline, huh? Yep. Show you where her first car wreck was. Ah, you did car wreck here? She wrecked my Jeep. Oh my gosh. That was the most worst thing that's ever happened to me in my entire life. Were you together? She just got here 6 hours before when we went for a ride to Skyline. She goes, oh, I want to drive the Jeep. And it's a stick shift that's old. Oh my. And she ran it into the sign and put a hole in the radiator. Oh my. But it's all fixed now. And next like a few week late, maybe later. She really wanted to drive. She wanted to drive my truck. She wanted to drive the car. She wants to drive the Jeep. She wants to drive everything. And I'm like, honey, you don't have a permit or a license or anything. So I don't care. I just want to go. So I come home from work and I'm like, where did you go today? What'd you do? She's like, oh, Nick and I went for a ride in the mountains. And I was like, what the hell are you doing? You don't have a permit or anything. She's like, oh, it's okay. I did fine. Yeah, but the first time when we discovered your truck, and with Mark we went to Walgreens, right? Mm-hmm. And I'm driving, and he's like, "You have to turn the right here." And I'm like, "No, but drive for straight." And I'm like, "Oh, okay." And there was a police car behind me, so they're like, "Uh-oh, woo." They're like, "Ma'am, are you drunk?" I'm like, "No, I'm not." Okay, I need your license and. The registration and insurance, and they're like, I don't have. He's like, okay, where's your permit? I don't have. Okay, sir, can you step out? And I'm like, where's your driver's license? Here he is, and his driver's license was expired. You almost expired. Oh my god. So he's like, and he couldn't find the registration card. I couldn't find anything. And this officer was so nice. He goes, you know, it's getting close to the time I get off of work. He goes, if I were to write all this up, it'd take me an hour. He goes, just go home. Be safe. Let him drive, she said to her. He's like, you go get the permit one time. You go get the permit first, and you, sir, you have to renew your license. Yeah, yeah, yeah. Okay. Timothy Walsh. Thank you, Officer Walsh. Yes, your sky is very beautiful also. Ай, рискованная ты девушка, я так себя не веду. Ты прямо совсем рискованная. Вот вроде почему у меня на мотоцикле было. Да-да-да. Мы друг к другу подходим. Тут у вас другая красота, совсем другая. И тут столько еловых у вас всяких. Игольчатые, как они называются по-русски, это правильно еловые? Да. Какие они? Сосновые. Сосновые. Как же их? Хвойные. Хвойные. Английский не вышел, русский забыл. Вот так и живем. Продолжаем красоту снимать. Вон туда тоже хочу, вон туда еще. Ты не хочешь туда? Пишусь, не знаю, что снимаю, потому как мне не видно. Вот так вот. Божечки мои родные. Куда звук есть, когда звук был поприличный. А у меня есть микрофон специальный для разговора. Все купила. У меня микрофон есть дома. Не дома, а здесь с собой. А наушник есть, который все равно передаст лучший звук. Но ничего не передала. Ой, как хорошо. Еще снег лежит. Здесь еще выше вообще никогда не тает, здесь снег. Ha ha ha!
Жаль, все не передает камера. Не передает. А мы уже доверили своему шикарному. Он когда-то прошел эту дорогу на соревнования. Причем готовился целый месяц. И сделал один Четыре секунды, чтобы не слететь. Стоп! Просчитался, потому как ехал быстрее. И слава богу, не увалится никуда. Божечки, спасибо, Господи, за вот. Возможность. Мой муж здесь когда-то по этой дороге на мотоцикле катался. Муж взял нашего сыночка. Ты покажешь первый снег в твоей жизни? Да, самый первый снег. Как у вас замечательно. Ой, виски спит, да. Ты мой маленький ребеночек. Ногой задел, а не понравилось ногами. Холодно? Конечно. Но тут уже тепло, на вершине холодно, а здесь уже солнышко прикрывает. Пригревает, Господи, прикрывает. Да. Он все, до сих пор течет, смотрите, ага, идти снег. Течет. Да, течет, снова падает. Замечательно. А вот снег, смотри, вот это вот. Мы счастливы! Мои любимые. Мои да. любимые, да, вот они ваши любимые. Давайте я вас сниму, ребята. Слудян. Это работает как уже? Видео, да. Ой, май гаш, оно у нас тут под зеркало. Вот здесь. Ну где вы? Хочу зацепить и не могу зацепить. Где оно у меня, самая красота-то? Ничего не могу понять. А, вот оно, мелкое. Ну-ка я вот так приближу. А у тебя не раздвигается экран, что ли? Окей. Раздвигается? Он панорамный. Поэтому... А, поэтому не раздвигается. Ну, ладно. Все равно они такие красивые. Didn't do that! I am afraid. So, this one. We can do it on video later, because we just will do it. Okay, let's go, sweetie. But go slow and do not come too close. Я уже не боюсь, но я боюсь. Oh, my gosh. Check this. А может быть, поэтому он и несчастлив, что у нас вот так вот. Ой, какая красота, боже мой. Okay, we're gonna get it at Glen Cove, we'll stop. Okay. Actually, there's a little gift shop there, too, we can walk through. Okay. Ой, какая красота. 102 поворота мне шибко нравится. Вот эти 102. You do not need to. How far is that gift shop? Ну, мы можем, если он уже не хочет. We can, yes. We can do it here, because he is a beloved baby. He is beloved baby. Ой, какая красота. Я еще не останавливаюсь. Я еще не останавливаюсь. Пусть оно будет длиннее, зато у тебя камера заряженная. У меня есть еще зарядка. Хорошо, что у вас все есть, а я вот неправильная. Ой, какая красота.
вами была Галина Смит. Сегодня самый лучший день. Всего доброго. Пока-пока.